Вау, как вы думаете, что это, дорогие телезрители? Картина? Юля, какие у тебя соображения? Ну, у меня-то точно есть соображения по этому поводу, ведь это не просто картина, это постельное белье Гербера, действительно имитирующий эффектный, настоящий распустившийся цветок. Правда, произведение искусства, вот что уж тут сказать. Внимание! Новинка телеканала Шоп-н-Шоу. Постельное белье с настоящими, бесспорно, настоящими герберами. Скажи сразу нашим телезрителям, сколько размеров мы представляем? Полутораспальный, двухспальный и евро. У нас три размера на выбор, и это здорово. Мне очень нравится, Оль, когда у нас большая размерная линейка все-таки белья, потому что вы можете выбрать и в детскую, и себе, и в подарок. Огромный выбор. Тем более такой потрясающий принт. Посмотрите, это 3D-технологии. Здесь использованы цветы как живые. Итак, подарите настоящие цветы своей спальне, которые не завянут. Слушай, как правило, дарят букет цветов, да, да, красиво, но через неделю он завял и забыли. Что подарил, вспомнить не можем. А здесь, дорогие мои, вот дарите постельное белье Герберы. Они не завянут в вашей спальне никогда. Дороже стоит букет цветов из Гербер, правильно? Да, но и наши Герберы проживут очень долго, не чета, да. То есть простой букет стоит, вот, а наш стоит очень много лет, потому что это микрофибра, которая не имеет ограничения по сроку службы вообще. Ее можно стирать, кстати, больше 1000 раз, и наши герберы будут цвести всегда. Юля, ты знаешь, меня интересует конкретика. Ты говоришь, 1000 стирок. Сколько лет прослужит нам постельное белье из микрофибры? 10 лет дается на нее минимум по сроку службы без потери качества. То есть представьте, постельное белье герберы будет служить вам минимум 10 лет. А как приятно, когда любимое белье, а оно обязательно полюбится, потому что такие цветы, ну в них просто не можно, нельзя не влюбиться. Очень здорово, когда долго служит. Вот представляешь, Юля, вот когда мы покупаем букет гербер, ну, стоит он неделю. Неделю не вянет. А ваши герберы вашу спальню будут наполнять ароматом в течение, внимания, 10 лет. Звоните, заказывайте. Юль, микрофибра очень нежный материал, правда? Невероятно мягкий, по тактильным ощущениям, правда. Хочется к нему прикасаться. Бархатистый эффект имеет микрофибра за счет своей пористой структуры. А где его изобрели? Структура. Знаешь, это европейская ткань, она там на пике популярности. В России она тоже уже набирает, ты знаешь, так обороты в текстильной отрасли. Уже наши потребители тоже раскусили все ее преимущества. А какие именно? Мягкость, бархатистость и, главное, дыхание тела. Вот, потому что сказать, дышать мы будем еще? Да, тело дышит ни жарко, ни зимой, ни летом. То есть Прекрасно. Это комфортный материал для любого сезона. Прекрасно, дорогие мои, отличное постельное белье. Красивое, яркое, сочное. Да еще и благодаря материалу микрофибры, но не только мягкое, а еще и тело наше будет дышать. Юль, а теперь расскажи, пожалуйста, каким методом наносились здесь краски? Как они вот, такое реальное впечатление, что это эффект присутствия в поляне, знаешь, такой летний, где растут герберы? Эффект оптической иллюзии. Вы представьте, как необыкновенно с постельным бельем герберы будет в вашей спальне. Уникальная технология здесь использована, сублимационные печати. На микрофибру наносится вот такой очень качественный, с хорошим разрешением, даже я не побоюсь этого слова, фотопринт, который имитирует настоящий цветок. Объем мы с вами видим, да, прям чаша. Вот все за счет прорисовано. Этого очень все прорисовано. Каждая жилочка, каждая деталька, и все это будет цвести и радовать ваш глаз в течение 10 лет минимум. Качественный фотопринт, это здорово еще и с точки зрения того, что он проживет долго, а значит будет долго радовать вас, вы будете засыпать с хорошим настроением и просыпаться всегда с улыбкой. Опа, это у нас была простыня, а это, посмотрите, красивый пододеяльник. Многие из вас подумают, а как он с другой стороны выглядит, Юля? Давай покажем. И здесь живут герберы, посмотрите. И с другой стороны тоже живут прекрасные цветы. Оля, я хочу открыть простыню вот с этой стороны. Вы посмотрите, какая красивая. Давай берем пододеяльник. Смотрите, какая простыня. Потрясающая совершенно. Принт повторяется. Красиво выглядит, как покрывало. Ваша постель вся будет утопать в цветах. И вы обязательно в свою коллекцию постельного белья приобретите герберы. Наверняка у вас такой роскоши еще нет, потому что это эксклюзив от телеканала Шоп-н-Шоу. Юль, ты знаешь, я обожаю вот эти цветы, а я считаю так, дорогие мои,
Вы знаете, все-таки женское счастье в чем заключается? В букетике цветов. Вот вы, мужчины, когда дарите нам цветы, мы сразу счастливыми становимся. Подарите своей возлюбленной новое постельное белье. Вот такое! С гербами! Вы представляете, она будет засыпать на вашем постельном белье, думать о вас. Просыпаться и опять же думать о вас. И ваш букет, подаренный вашей любимой, не завянет в течение 10 лет. Выдержит тысячу стирок, не потеряет яркость красок. То есть это не только красиво, удобно, мягко и приятно, не только здоровый, легкий сон с хорошими снами, это еще и практичный комплект постельного белья, который будет долго служить. Вот я, например, как обыкновенная хозяйка, сейчас отойдем от моей должности эксперта, просто как хозяйка, вот обожаю, когда белье любимое, полюбившееся, еще и служит долго. Это так всегда приятно. Тогда правда? Я тебя тоже как хозяйка спрошу. Юля, оно такое мягкое, оно воздушное. Вот я уверена, наши телезрители, когда на почте получат свою посылку, вот такое красивое белье придет к вам совсем скоро, когда вы позвоните и закажете его. Так вот, они к нему прикоснутся и подумают, о, какая мягкость. И сразу задумаются, сколько кондиционера нам придется тратить, чтобы его стирать, чтобы оно такое же мягкое всегда было. Ну, вопрос, конечно, резонный, может быть, и задумаются. Все, кстати, думают, да, чем стирать. Все время часто тщательно подбирают средства, здесь вам этого делать не придется. Никакого тщательного подбора средств не нужно. Кондиционер микрофибре не нужен, потому что она, а, не электризуется, и не накатывается, и дополнительного смягчения ей не требуется. Просто температура 30 градусов, стиральная машинка, любимое моющее средство. Лучше жидкое, да, чтобы было еще и ароматным постельное белье. Слушай, прям такой же мягкой будет всегда, да? Всегда будет мягкой. Микрофибровочка, эта ткань инновационная, она становится мягче, и она и выдерживает тысячу стирок. И главное, ты знаешь, меняет своей формы. Это тоже важно, потому что мне вопрос задают очень часто, что либо усадка переживает белья, переживают наши, да, покупатели, либо боятся, что перекосит, будет геометрия другая. Нет, здесь и форму сохраняет белье, и яркость, насыщенность этого принта сохранится. Тысячу раз стирайте, ничего плохого Юль, не случится. Ты представляешь, нас будут всегда окружать эти герберы, которые как настоящие. Посмотрите, какие очертания! Такое впечатление, что они прям вырастают из нашей постели. Подарите новый наряд вашему интерьеру в спальне, вашей кровати. Мы-то с вами наряжаться любим, правильно? А почему бы не нарядить нашу спальню? Я уверяю вас, у вас, конечно, есть постельное белье, но оно изрядно надоело. Согласитесь, новенькое что-то всегда приятное, особенно такое постельное белье. Берите сразу несколько комплектов. Если у вас дочка и собирается замуж, Юля, хорошее приданное. Замечательное приданное. И, конечно, с постельным бельем Гербера вы освежите свою спальню.